Привет, друзья! Сегодня 22 декабря и 22 день зимы уже наступил. Я сижу на кухне, светит очень яркое солнце и поднимает настроение. Надеюсь, что у вас оно тоже с утра уже хорошее. И давайте будем распаковывать очередной сюрприз от моей подруги. Вчерашний сюрприз уже лежит на столе. Подставки под тарелки очень симпатичные. Ну а сегодня вот такой вот большая упаковка, в которой я, конечно же, опять не знаю, что может лежать. Симпатичные носочки на упаковочной бумаге, написано «теплых объятий», «душевных посиделок» и «уютных праздников». Ну что, давайте будем открывать вместе. А подарок был, оказывается, в тему ко вчерашнему. И это целая новогодняя скатерть. Нет, не скатерть, это ткань. Ну, надо же, с набивным рисунком. Огромный отрез. Мне кажется, действительно здесь хватит на целую скатерть. Давайте сюжеты повнимательнее с вами посмотрим. Прямо на ширину моего стола, точно. Я, наверное, сегодня прямо возьмусь и оверлоком пройду. И подошью, и постелю. Очень красивая. Вот такая вот ткань красивая. Точно будет скатерть, очень нарядная. И будет хорошо смотреться даже с этими подставками, которые вчера попались. Что здесь есть? И елочка, и подарки. И Дедушка Мороз. И много-много всего в этой тематике. Сапожок, снеговичок и прочее, прочее, прочее. Прекрасно. Ой, какая красивая, яркая и нарядная. Спасибо огромное. Думаю, что я сегодня, может быть, действительно сделаю из этого скатерть, да, этот стол на кухонный. Ну и теперь давайте посмотрим на елочную игрушку. Обещала, что буду вам показывать. Рада, что вам понравилась эта рубрика снова. Многие писали, что у вас есть старые елочные игрушки. Я сейчас вместе с вами буду открывать вот такую вот деревянную коробочку. Коробочка приехала ко мне от родителей. Мама мне передала в этот раз новую партию елочных игрушек. И давайте на какую-нибудь из них посмотрим. Внутри еще был мешочек и игрушки. Так. Вот такая вот сегодня мне попалась симпатичная рыбка. Смотрите, она как здорово сверкает на солнышке за счет того, что у нее раскрашена только одна сторона, а с другой стороны просто стекло. Очень симпатичная, прямо вот как настоящая рыбка, которая в воде на солнышке так вот сверкает, проплывая. Здорово. И теперь хочу показать вам очередной грибочек. Это просто грибочек деревянный для штопки или для декора, который я купила году, наверное, в 13-м или 12-м, когда отмечала Новый год в Германии, в городе Дрезден. Чем же так интересен этот гриб? Он отлично характеризует меня как человека очень нерешительного и который делает очень обдуманные покупки. Этот грибочек в интерьерном магазине я увидела и думала над его покупкой все время, пока я была в Германии. Думала, нужен он мне или нет. Вы представьте, ну это же маленький деревянный грибочек. Что же сложного в его выборе? Но я думала, нужен он мне или нет несколько дней. В итоге решила, что он мне нужен, вернулась за ним в магазин, а магазин был закрыт, потому что были самые первые числа января, и он не работал каждый день. И я ходила, караулила магазин каждый раз, когда была в Дрездене на протяжении поездки. Просто я куда-то уезжала, потом вернулась, и в последний момент, в итоге, мне кажется, в тот же день, когда я улетала, я его купила. Вот такой вот нерешительный я человек. Я не то чтобы какие-то крупные покупки обдумываю, я даже о маленьких покупках думать могу очень долго. Вот такой вот грибочек попался нам с вами сегодня. У него немножко раскрашенная шляпка,
Очень-очень симпатично. Долго был у мамы, и не так давно она мне его прислала в мою коллекцию грибов. Вот эти вещи мне хотелось вам сегодня показать. Ну, а вместо вязаного изделия я вам покажу сегодня изделие сшитое. Вот такого мишку я сшила, когда у меня уже был канал, из старого свитера. Рассказывала вам о том, что у меня была целая коллекция жаккардовых свитеров. Из всей коллекции остался вот этот, который сейчас на мне. Я его, про него вчера случайно вспомнила. Залезла в сумку, в которой лежат какие-то вещи, которые я не ношу. И решила, почему бы мне не появляться в ярком свитере на камеру. И вот этот вот был сшит из старого свитера, который я подваляла в машине, взяла выкройку в интернете, и получился вот такой вот замечательный мишутка. У него есть вот такие вот заплатки на ножках, крутятся ручки-ножки, крутится голова, и у меня зверят таких два еще, есть слоны, они сидят в мастерской моей. Просто хотела вам его показать как идею, если что-то пошло не так с вашим свитером, вы его, например, сваляли, или, о ужас, если его начал есть моль, можно попробовать превратить старый свитер в вот такую симпатичную игрушку. Она не вязаная, но все равно очень-очень милая. Ну и в тему всего того, о чем мы сегодня с вами поговорили, я хотела бы вам порекомендовать один фильм для семейного просмотра. Я знаю, что меня смотрят много бабушек, у которых есть внуки, также смотрят молодые мамы. И хочу порекомендовать вам очень добрый, душевный семейный фильм. Я очень люблю документальные фильмы про природу, люблю смотреть фильмы про горы, и очень люблю собак. И этот фильм обо всем и сразу. Фильм называется «Бель и Себастьян». Это целая серия фильмов, их, по-моему, вышло три. И рассказывается в этом фильме о дружбе мальчика и собаки. Милый, добрый, действительно такой фильм, который можно посмотреть вместе с детьми. И я очень люблю его смотреть сама. И там еще играет один очень замечательный актер Чеки Карио. Он сам турок, но снимается в европейском кино. Я смотрела с ним не один фильм. Еще есть замечательный с ним детектив, который называется «Баптист». Прекрасный детективный сериал, если его не видели, тоже могу его порекомендовать. Ну а на сегодня у меня все, я вам желаю прекрасного сегодняшнего дня. И, конечно же, не болейте, друзья, я немножко расклеилась, поэтому буду очень ждать ваши сердечки в комментариях. Может быть, они мне помогут побыстрее поправиться. Дел очень много, и болеть мне сейчас совсем-совсем некогда. Пусть даже если у вас за окном нет солнца, устройте себе небольшой уютный праздник вечером за вязанием. До новых встреч, до завтра, пока-пока!